Маски одеть! Оружие снять с предохранителей! Заглушки удалить! 5, 4, 3, 2, 1! Ребят, у вас 3 человека в одном месте, это плохо! Подальше друг от друга! Помнишь, я говорил, за трубу надо было зайти? Куда попали? В голову. Так, давай, ничего нету, садись, играй. Играй! За трубу туда, перелезь за трубу туда, постарайся, понял? Играем! В игре! Дальше говорю, за трубу постарайся туда перепрыгнуть. Продолжаем игру. Если вы приподнимитесь, вы его увидите, девушка. Если вы чуть-чуть приподнимитесь, посмотрите, вон она, голова его торчит. А, спрятался, да, за колесами. Вот там, где банки, смотрите, где банки. Там человек двигается. Всегда оружием голову прикрывайте, хорошо? Если попадут в оружие, оно не считается поражением. Продолжаем игру! Слева, вон там противник. Вон там, девушка, смотрите, показываю. Показываю рукой, вон там противник. Вот здесь есть выход. Выходим вот здесь. Продолжаем игру. Вон где банки. Так, смотрим. Нету расколов, играем. Играем, нету расколов. Ниже колена не считается, играем. Продолжаем игру! Сколько осталось человек? 3 у них точно есть, 3 человека на площадке. Продолжаем игру. У вас поражение в голову. Голову поражен игрок. Выходим. Продолжаем игру. Играй, пока ты видишь. Я тебя вижу, ты меня тоже видишь. Смотри, у вас там справа никого нет, а здесь 3 человека, а там никого нет. Пытайся оттуда отходить, понял? Продолжаем игру! Смотри, вон там противник справа. По правой стороне!
Справа вон там противник. Играем. Я вижу только двоих здесь, значит там три. Ну тогда поднимай оружие и выходи. Только заглушку одевай тогда. Заглушку одевай и выходи. Пытайся дальше туда пройти, тут со спины их расстрелять, понял? Нет, он вроде живой остался. Но вот у этого, который вот здесь, по-моему, у него патроны кончились. Продолжаем игру! Продолжаем игру! Ни хера не видно. У тебя, похоже, патроны кончились. У меня? Ладно, что делать? Ну или выходи, или тебя расстреляют. Все. Так, маски не снимаем. Маски не снимаем. Заглушки одеть, выходим. Победили желтые. Все, выходим. Ну, вот тут это или старое, или я не пойму. Ладно. Непонятно. Вот, вот тут вот что-то такое, вот тут, по-моему, попали. Я не понял, так кто выиграл? Я не... Ну, наверное, вы все-таки. Он сдался, а все.